Грибок ногтей на ногах часто возникает у людей, которые недостаточно соблюдают личную гигиену. Немногие знают, чем лечить заболевания в домашних условиях, чтобы быстро избавиться от недуга. Если не начать лечение вовремя, это может негативно сказаться на общем здоровье человека. Мы расскажем о самых действенных способах. Подпишитесь на наш канал, вы об этом не пожалеете. А если ваш комментарий не наберет лайки, вы получите 1000 рублей, как предыдущий подписчик. Кофе. Для лечения ногтевых пластин используйте свежесваренный крепкий кофе. Гущу сливать не нужно. Ногти опускают в жидкость, не касаясь осадка. Длительность процедуры 10-15 минут. При лечении не стоит использовать декоративные лаки, кроме лечебных, так как они, образуя воздухонепроницаемую пленку, создают среду для размножения микроорганизма. Индийский лук. Один лист измельчает до появления сока и получения однородной массы. Смешивают с жирной основой, вазелином, ланолином или растительным маслом в равных пропорциях и добавляют мед в таком же количестве. Хранится все это дело в холоде. Следует приложить пропитанный тампон на поврежденные участки на час. Остатки смывают водой. Этим средством удобно лечить грибок кожи головы. Ставьте лайк, если впервые слышите об этом способе. Отзывы весьма положительные. Сода. Для ванны используют столовую ложку средства на 2 литра воды. Для усиления воздействия можно добавить также столовую ложку морской соли или 10 капель йода. Участки ногтей смазывают также кашицей из соды, слегка разведенной водой. Время воздействия – 10 минут. По окончании стопы следует хорошо промыть. Уксус. Для аппликации можно применять разбавленную в равных частях водой уксусную эссенцию. Ею смазывают ногтевые пластины на 15 минут, потом смывают. Этот способ помогает быстро вылечить грибок на ногтях. Если жжение очень сильное, можно еще разбавить средство водой или воспользоваться столовым уксусом. Напишите в комментариях, чем вы пробовали лечить грибок ногтей. Нам очень интересно! Нашатырный спирт. В этом растворе необходимо смочить любую ткань, но только не синтетическую. Этой тряпкой необходимо обернуть пораженный палец, наверх надеть целлофановый пакет, а затем носок. Эти действия необходимо повторять в течение 5 дней, после чего грибок исчезнет. В интернете много положительных отзывов от этого средства. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши предыдущие ролики. Отличного настроения, здоровья! До скорого!